сумасшедшие носятся. Мужик 50-летний. А вот он слопал опять. Так, друзья, мы идем с вами дальше. Идем дальше и дорисовываем нашего снеговичка. Вот такая лапонька получается. Что мне понравилось на сайте у Ани Любимовой? Понравилось то, что, допустим, любую форму можно заказать, если не ошибаюсь, даже в 5 там, или в скольки размерах. Тём, ты чё молчишь, такая тишина? Прикреплял наш аккаунт. То есть это, конечно же, очень удобно. Почему? Ну, допустим, вот вы любите миниатюрную форму, как этого снеговичка, да? Я не люблю работать с такими формами, потому что я считаю, что большому прянику и рот радуется. Мне нравится размер побольше. Вам, допустим, нравится размер поменьше, да, и вы выбираете для себя, ну, соответственно, маленький размер, что становится очень удобно. То есть можно, есть такая опция, одну и ту же форму заказать в нескольких размерах. Это здорово. Густовато, айсинг. Так. Это у меня товарищи. Все, вообще никто ничего не пишет, тишина. Да. Такое. Удивительно. Подскажите, вы на живом белке работаете? Нет, мы работаем на продукте, который называется Alter Icing. И только на нем, потому что, во-первых, он, естественно, безопасный для организма. Здравствуйте, Новый год в эфире. Вы вырезали пряники формочками? Да. Форма от Анны Любимовой. А у вас эти формочки какого размера? У нас эти формочки разных размеров. От мала до велика. А какой фирмы у вас черный краситель? Топ декор. Мы пользуемся только им. А коврик? Коврик сейчас принесу. А со снежинками что дальше? Просто залили? Нет, увидите скоро. У нас еще час эфира и все. Слушаем и любуемся мастерством. Мама твоя в эфире, здравствуйте. Мамуль, привет. Мама пишет что-то? Ну, машет рукой. Вот мама с сыном чем занимается весь день. Коля, чем ты занимаешься? Прянички, мам, рисую весь день. Сколько сушите по времени на конвекции? Смотря для каких целей. Чтобы просто глазурь схватилась, там, минут 15, чтобы можно было там какие-то манипуляции сверху проводить, да? Смотря какие цели, то есть. Потом это поймете, когда будете заниматься пряниками, ну, более, там, скажем, серьезно, когда это будет не просто хобби, а основной источник дохода. Вы все сами поймете. И будете с глазурью на «ты». Мама пишет, что я опоздала. Ничего страшного. Эту смесь не нужно взбивать, просто развести водой? Да. Мама там как ненормальная с яблоками носится весь, все дни подряд. Как ухаживаете за ковриками? Моем их и все. А если нет конвекции? Значит, сушите просто вверх-вниз равномерно нагрев. Будет всем счастьем. Ну все. Не усложняйте то, что на самом деле очень просто.
Все гораздо проще, чем есть на самом деле. Густаво Тайсин, конечно. Но мы сейчас с вами все равно сделаем очень быстренько. Мне, знаете, сложно, может быть, 3 Дед Мороза отрисовать таких. А когда приходит заказ на 100, на 200, на 300, на 1000 Дед Морозов, когда все это рисуется конвейерным способом, то это гораздо быстрее все происходит, гораздо удобнее. Я тоже опоздала. Это пряник или печенье? Это пряник. Мы печенье не делаем. Это пряник, козульное тесто. А высота Деда Мороза? Сейчас, девочки, скажу вам. Сантиметров. На каком коврике лучше выпекать? На каком коврике лучше выпекать? Смотря чего. Мы вообще чаще всего пользуемся обычным тефлоновым ковриком. Можно использовать армированный коврик. Но только не пеките на пекарской бумаге. Это бред полный. Привет, какая красота. Рисунок на пряник чем наносите? Этот айсингом. А что ты что наносишь? Ну, ты, может быть, эти вот полоски имеют в виду люди? Ну, рисунок ты наносишь в данный момент айсингом. Я сделаю его пожиже немножко, но очень пустой. Мальчики, привет, привет, привет. Привет. Сколько айсинга засыпаете на большие заказы? Много. Чем больше заказ, тем больше айсинга. Ну да, это логично. Снова про венгерку. Срок хранения для еды с ней не меньше, чем сахарно-белковой глазури? Нет. Вы добавляете в лак ароматизатор? Нет, зачем? Козули архангельские? Да. Нет, да. Работала с белком, теперь задумалась об айсинге. Слушайте, мы проработали 3 года на сыром белке. И скажу честно, это такой геморрой, честно, на вашу душеньку, на нашу было в том числе. Я это вспоминаю все как страшный сон, потому что это вынос мозга был. Иначе это никак не назвать. Нет, да именно контур рисунка чем? Контур рисунка мы здесь нанесли при помощи корицы. Пересмотрите, пожалуйста, первую часть эфира, и вам все станет понятно, доступно. Ничего там сложного нету. Лопается глазурь через 10 минут после заливки. Почему? Потому что вы пряники в руках не поднимаете его, у вас верхний слой глазури не успел схватиться, а вы его тоже поднимаете и начинаете какие-то манипуляции с ним делать, что в принципе делать нежелательно. А я работаю на смеси или айсинг. Ну, если вам нравится эта смесь, то, конечно же, вы работаете вообще на той смеси, на том продукте должны работать, который вам удобно, да, не который там рекламируют все подряд, кому не лень. Найти для себя свой продукт и работайте с ним. Это будет правильно. Подскажите, пожалуйста, почему иногда смешиваются цвета красный или синий, протекает в белый при высыхании, то есть про миграцию имею в виду? Тут очень много моментов, может быть, влажность помещения, айсинг без диоксида, красители переложили, не дождались, когда высохнет первый слой, там даже хотя бы закристаллизуется корочка, вы сразу льете второй, зачем-то, вот некоторые эту ошибку допускают. Желтки некуда девать, смесь однозначно удобнее. Слушай, какой хороший Дед Мороз, я его оставлю, наверное, на Новый год нам будет у нас в заказах. Желтки намусовые можно. Новым годом запахло, супер Дед Мороз. Да, Дед Мороз хорошенький. Есть такое слово, я люблю очень его использовать, ладненький. Привет. Подскажите, пожалуйста, я перешла на готовую смесь, и при просушке в духовке вверх-вниз 40 градусов свежезалитая глазурь почему-то вытекает за контур. Изначально глазурь не сильно жидкая, смесь или айсинг? Вопросы к производителю Ил Айсинг, Ирине Лямине.
Я, к сожалению, не могу нести ответственность за... Мы, к сожалению, этой смесью не пользуемся, поэтому ответить на этот вопрос не можем. Сколько хранится такой пряник? 4 месяца. Дед Мороз, красавчик. Очень удачная форма и очень простая. У волшебников даже в пятничный вечер аншлаг. Такую рекламу еще раз сделали. Как ненормальный Николай скакал. Знаете, такого придурочного парня, который как ненормальный вчера по газону прыгал. А как с диоксидом получить насыщенные цвета? У меня не красный, а розовый, не черный, а серый и т.д. Тем, ответь, пожалуйста, на вопрос. Ну, смотря тоже, какая смесь, если диоксидом альтерайсинг, добавьте побольше красителя. Смотря сколько диоксида вы добавили еще. Да, если на готовом белке добавили диоксид самостоятельно, то, возможно, много диоксида. Если готовая смесь, то мало красителя. Так, а как этот цвет для Лизы Дед Мороза получили? Для лица, видимо. Чуть-чуть коричневый. Все. Прям он такой нежный-нежный, пастельно-пастельно коричневый. Так, молодцы, ребята, я всегда восторгаюсь с вами. У вас столько позитива, вы всегда в хорошем настроении. Слушайте, жизнь так коротка. Зачем нам размениваться какие-то гадости на злость, на ненастроение? Красоту творите. Так. Вы рисуете по контуру, который сделали из корицы? Да, и это очень удобно, на самом деле. Но вы все видите сейчас и сами, что раз-раз-раз, и все быстро получается. Пряники у вас мягкие или хрустящие? Пока что хрустящие, сейчас он пропитается глазурью и станет очень мягким. Это было феерично, прыжки по газону. Хорошо сказал. Так, у меня почему-то новый Alter Icing мигрирует. На старом такого не было. Может быть, без диоксида просто вы покупали? Нет, в этот раз? Ну, просто влажность высокая. Ну, либо влажность. А если вы покупаете, я не понимаю, что... Покупаем. Что покупаем? Сторис с формочками удались. Спасибо. Рады, что вам понравилось наше творчество. Маленьким квадратным поворотным столиком для пряников не пользуетесь? Нет. Как дело идет? Хорошо. Ну, как видите. Спасибо за позитив. Так. А как вы получаете серый цвет при помощи топ-декора? Черный дает вместо серого сиреневый? Нет, у нас топ-декор черный и черный. Я не знаю, когда про сиреневый говорят что-то. Добавьте беленького немножко, диоксид титана, и будет у вас... После 40 это особенно чувствуется, что жизнь летит. Этот пряник с машинкой видела только с принтом. У вас он превосходно вручную получается. Слушайте, ну тут вообще, мне кажется, делать вообще нечего. С этим пряничком. Так. Парни, вы классные, столько красоты вам нам даете. А домик жестким останется? Почему жестким? Домик останется, да, жестким, само собой, потому что, ну, он не может быть мягким, иначе... Как его зовут? Иначе он развалится. Развалится, да. С диоксидом беру, наверное, влажный. Сейчас дожди, надо обогревателями завестись. Ну, конечно, сейчас еще греть в помещении, натапливать за коммунальник. В принципе, каждому свое. Все же сами хозяины, барин, правильно? Так, добрый вечер. Умные, красивые и творческие мужчины. Любуюсь шедеврами. Спасибо. Как там шедевр, так? Надо ехать за формочками. Точно. Правильно. Пустой розовый. Потому что красители тёмно у нас улетают только в путь. А как вы делаете такой красивый красный цвет? Смешиваем красный топ-декор алый и оранжевый. Оранжевый топ-декор. И получаем такой приятный оттенок красного. Добрый вечер.
Очень аккуратно, правда, говорят, что мужчины в кулинарии боги. Слушайте, ну, может, шестой год. Может, собаку съели на своих пряниках, поэтому ну, тут сам Бог велел сделать аккуратно. Классно. Спасибо. Так. А покупатели не жалуются, что красители сильно окрашивают рот и руки? Ни разу не жаловались. Ни разу. За все наше время работы. Я думаю, для разумного человека этот факт известен, что красители будут красить. Ну, да. Для человека с интеллектом. Пока только у вас услышала о простоте работы с большим объемом работ. В основном агитируют за принтер. Ну, это агитируют люди, которые не умеют просто работать. Ну, во-первых, принтер будет продаваться в любом случае дешевле, нежели чем ручная работа. И многие принципиально не хотят принтер. Да, у нас сейчас вот заказ, мы согласовываем достаточно крупный, и сказали, что только не принтер. То есть вы это... Люди покупателю пряник нужен. Имейте в виду. Сколько такой Дед Мороз будет стоить? 200 рублей. Какая прелесть. Работаю на альбумине, почему при заливке столько воздуха? Вы про пузыри? Или про что, да, хочется. Сколько воздуха? Мы вообще дышим воздухом. А домики вообще едят или их просто как декор заказывают? Едят. Какие красители используете? Топ декор. По большей части. Да, про пузыри. Почему при заливке столько воздуха? Потому что пересбивают нормальные, потом жаловаться начинают. Вы допускаете ошибки, которые допускают практически все приникатели. Делать. Зачем вы сбиваете айсинг? Его не надо сбивать. На альбумине работают. Ну, какая разница? Тут без разницы. Просто если вы пересбиваете его, то все будет вот таким образом у вас. Подскажите, запись эфира, где можно будет посмотреть? Вот здесь прикреплена ссылка на нашу страницу основную, рабочую, Gift Cookies, которая там будет ссылка. Как добиться такого красного цвета? Только что отвечали на этот вопрос. Как добиться яркого цвета? Побольше добавляйте красителей и все. Вы вообще отдыхаете, ребята? Сейчас конечно. Нет. Отдыхаем, отдыхаем. Боже, какая прелесть получилась. Девочка. У вас художественное образование? Нет. Я недавно читала, поэтому спрашиваю. Что читали? По поводу пузырей. Так, подскажите, 1 сентября будет ли МК по продажам? А вы набрали 2500 комментариев? Нет. Ну вот, и ответ. Ну, я сделаю, буду в отпуске, выделю часа 2-3 своего времени. Драгоценного. И проведу вам этот МК в прямом эфире. А я буду в море валяться и вам махать. А я буду издалека. В этот момент вести эфир. Очень интересно. Спасибо за красоту и идеальные советы. Пожалуйста. Слушайте, нам вообще не жалко. Пользуйтесь, применяйте все навыки в деле. Только применяйте, не складывайте их в копилку. Не надо бояться, все у вас получится. Вообще не нужно взбивать, ведь на упаковке альтера написано «взбить 2-3 минуты». Здравствуйте. Ну там даже скорее не взбить, просто производитель написал так, чтобы перемешать скорее просто. Тут не совсем как бы... Не то что... Маш, прости меня, пожалуйста, не совсем верную формулировку все-таки, ну, по мне так. Добрые, щедрые вы ребята. Прорисовка прикольная. Белый это порошок, диоксид, да. Да. Самое главное, что я у вас переняла, этот девиз «В пряниках брака не бывает». Промокод уже говорили, а то я связь была плохая в дороге. Нет еще. Нет. Всегда восхищаюсь вашими работами. Спасибо, ребята. Спасибо. Так, вы женаты, уже спрашивали. Нет. Ребята, вы всегда вместе, когда работы много, всегда вместе работаем. Да мы постоянно работаем вместе, а как еще?
Спасибо за вашу щедрость. Вопрос по кисточкам. Купила в Леонардо кисточки колонок 0 и 3.0 для мелких деталей, но они очень сильно пушатся. Вы чем-то их обрабатывали, кисти такие же, как у вас? Нет, не обрабатывали ничем. Ребята, вы удивляете. Вопрос нужно задавать вам в Леонардо. Почему такая хрень происходит? И все. На нее мы уже должны будут ответить. Потому что, и вот так и далее. Может быть, была какая-то бракованная партия. Но об этом все-таки тоже не стоит забывать. Такое возможно. Даже в наше время. Еду в поезде, связи почти нет. Эфир сохраним, да. Здравствуйте. Работаем только с колонком, само собой, синтетика. Тут никакая вам не поможет. Не слушайте вы, поверьте мне, это не наше утверждение. Мы сотрудничаем, дружим, работаем с художником профессиональным. Это Юлия Лил. Она сказала, что работать нужно строго с натуральными кистями, колонок. Если хотите добиться каких-то таких точных прорисовок, то только он. Прорисовку делаете чистым красителем? Нет, с водой разводим. Дед Мороз класс снючий. Так, спасибо, вы лучше. Прорисовка вообще суперская. А можно расписывать пряники на следующий день после выпечки? Конечно. Можно, мы даже через месяц так делаем. Через месяц? Спустя выпечки. Ну, бывает, всякое. И уже ничего не будет абсолютно. Почему у меня венгерский лак все время липнет? Потому что очень посушили вы его. Вы прорисовку делаете практически по сырому айсингу? Да. У меня, видите, даже не успело схватиться. Ну, сейчас, да, обычно стараемся просушить. Просто сейчас эфир вроде бы как и... Вроде бы как эфир, а вроде как и нет. Поэтому надо все очень быстренько сделать. Ребята, как же все здорово, спасибо вам. Надо кисть подкручивать при наборе краски, тогда и не будет распушиваться. Как получилось? Покажите им крупным планом. Кого? Дед Морозика. Сушила лак в духовке. Классные вырубки в очумелых ручках Николая. Адская смесь трудоголизма. Мальчики, очень хотела бы сразу с вами, но Инет мозг... Что сделал? Спасибо, что сохраняете эфир. Дед Мороз суперский. Ну, слушайте, для чего мы это оправдываем? Зачем нам это не сохранять, правда? То есть нам же хочется, чтобы его все увидели. Вчера смотрела эфир с бородатым мужчиной, который делал зефир. Сегодня ваша компания с пряниками. Это так мило. Так, такая милота, ну красота. Выбросите стереотипы, что делает мужчина вообще в кулинарии. Работают. Что делает мужчина? А не трескается глазурь, если не до конца просушена? Бывает, чуть подсохнет вверх, берешь пряник, и глазурь трескается. Случается такое. Надо ее просушить чуть-чуть хотя бы. Вот такими полосочками, то есть это, я думаю, несложная тренировка. Но сразу же у вашего пряника появляется какой-то характер. Да? И все. Сколько времени эфир? 25 минут. Все, вот эти пряники готовы, смотрите. Конечно, можно было бы посложнее сделать тренировку. Мне больше нравится снеговик. Ну, если честно, не хочется ничего сложного, поэтому будет все просто.
все просто. Так, друзья, что мне хочется вам сказать? А то все равно уже засыпают. Смотри, сейчас мы с вами сделаем перерыв буквально на 5 минуток. Потом доделываем набор с оленями и со снежинками. И все. С оленями? Олени. Перерыв 5 минут.